Кузнецов. Здравствуйте, товарищ Кузнецов. Здравствуйте, товарищ Сталин. Товарищ Молотов только что сообщил мне, что германский посол вручил ему официальную ноту протеста. Почему вы нарушили мой приказ и расстреливаете немецкие самолеты? Иосиф Виссарионович, по имеющимся данным, война начнется 22 июня. Считаю крайне необходимым спасти людей и флот, и в случае фактического нападения дать противнику достойный отпор. Хорошо, товарищ Кузнецов. А 23 июня я жду вас у себя на ближней даче. Приезжайте, посидим, поговорим, выпьем хорошего вина. Я попрошу Лаврентия Павловича прислать за вами людей и машину. Ну, всего хорошего, товарищ Кузнецов. До свидания.